Итальянцы снова в России. В Москву приехали Дольче и Габбана. Знаменитые модельеры и их муза Моника Беллуччи прибыли на открытие магазина. В столичном ЦУМе появился новый косметический отдел известной марки. Состоялась первая российская премьера. Это коллекция помад более 40 оттенков. Некоторые из цветов палитры названы в честь разных сортов роз. Нам очень повезло. Российские женщины любят продукцию Dolce & Gabbana. Вообще, самые красивые и элегантные женщины в мире родом из России. Я счастлива быть здесь. Мне, увы, не очень часто удается приехать в Москву. Я была здесь несколько раз и всегда замечала, русские люди полны страсти, почти как итальянцы. Гости фотографировались с поклонниками и раздавали автографы прямо на флаконах с новыми духами.